Очередное рабочее совещание прошло в районной администрации. Одним из главных вопросов повестки стала подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. Основная масса котельных в полном вооружении, но есть и проблемные, где требуется замена котлов или ремонт теплотрасс. Глава района дал поручение исправить ситуацию до начала отопительного сезона. Конечно, самым острым остается вопрос о деятельности ЦУП ЖКХ. Организация эксплуатировала 49 муниципальных котельных, но не смогла обеспечить их нормальное функционирование. Еще весной соглашение расторгли, решили искать нового концессионера. Обсудили и ход строительства новых соцобъектов. Сейчас в районе их два. Это ФАП станицы Ставропольской, где осталось лишь закончить установку ограждения. И самая ожидаемая стройка года – блок начального образования на 400 мест в поселке Афипском. После срыва планов строительства подрядчика сменили. В настоящее время контракт у нас заключен с организацией ООО «Монтаж и Устрой». Срок выполнения работ по контракту до конца года. Стоимость сейчас составляет 177 миллионов рублей. По данному контракту был оплачен аванс в размере 53 миллионов рублей. В настоящее время подрядная организация активно осуществляет строительство на объекте. Ведутся сейчас работы по всем видам работ, которые возможно исполнять. Это и кровля, это и внутренняя отделка, и подводящие сети. Провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причина лесных и природных пожаров по-прежнему неизменна. Причиной возникновения лесных и ландшафтных природных пожаров является деятельность человека. В одних случаях это неосторожное обращение с огнем, в других данные действия носят умышленный характер. Основными причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение, неосторожность при курении, неисправность при эксплуатации электрооборудования и поджоги. На территории муниципалитета до сих пор действует противопожарный режим, за нарушение которого предусмотрены штрафы. Кстати, платить придется больше. Их размер в этом году значительно возрос.